Да, конечно, умер. Зато в пати. Вот, ты лидер. Кого-то еще одного не хватает. Хвостатый хил есть. Канаме. Артефекс есть. Канаме, кажется, да. Канаме давайте. Ни одному звук, из когда в Ульду заходишь, на крутой пике напоминает. У меня лично рыба сохранилась. А, вижу, все. У вас нет. Шкаф поставь. Килька. Под рулем баффа дайте, пожалуйста. Рыбу поставили звездочки, или мне показалось, обманула. Да, стоит. Да кто-то прыгает на ней. Все делаем, как в прошлый раз. Не слакаем. Скажите, когда будет Войд? Ну, Войд Арчи поведет. Там Зарик еще не поел. Так не, так нельзя, не можно увидеть, что это. Ты с друлю готов? Да-да, я нажал. Кач? Блин. Я бы мог успеть. Если бы тебя... Бесит, что эти... считаются как объект. Сейчас скоро садиться будет, давайте добивайте. Перед мордой только не стойте потом. И милики в луже не стойте. Села, свечает. Как будешь можно летать, подвести? Дайте гимн на ману. Только подальше отойдите, чтобы не сбило квест.
Хотя это демон сил природы. А он не нужен здесь. Почему тут молниями фигачит? Типа нету такого дамага прогрессивного. Я поставлю тогда на ману, защищаясь гимн. РДТ, вы можете отойти оттуда, кстати. Сейчас когда мы поднимаем, сразу забахнуть его. Хуже выходим. Тент поставьте. Кто же его ждет? Сейчас третий будет готов. Давайте, хорошо, свечните, сейчас сломят воду. У вас там лужа, кажется, миники. Да, лужа. Сужаю босса. Перед мордой не стоим. Босс объем. Как будет летать Бергольга, поставь, пожалуйста, ТТ на ману и хвостат. Она уже приштальбит. Спасибо, Маша. Тотем поставили, может кто-то прочитает на ману. В КДО погибну. Это лужа. Там лужа милики. О, норм. Тимыч, залей хвостатому хилу Иннер или артефексу. Так, у вас там нужен милитин. Теперь Иннер сдай в артефексе. Сейчас сажают. Он же не кливает трэш, в принципе, можно
Подвести к боссу, нет? Сейчас, я не знаю, геро не геро, типа, убьем, нет? Да переведем наверх. Нет. Хорошо. Мне кажется, переведем. Да не, она сейчас взлетит уже. Ну еще 9 секунд. Дотки могут уесть. Вот когда сядет Геру, можно. Сколько осталось там процентов? Там 50. 2% есть. Дебил. Если будут набили дотки, когда она... Уже. Взлетело. Вихрь. Нормально. Лужа. А, закрыл прочитай гимн на маму, если ты там. Не, не а он не читал разве? У меня только отвлечься сейчас. Еще пачка, наверное, все, да? Да, еще одна пачка. Уже после нее пускаем тагир. Бармалей и артефекцию, если что, залейте. Сейчас сажать будут. Давайте свищните весь трэш. Давайте часового, потом переводим. Подводи сюда эту всю хуйню. Геро давать тут или нет? Да, босс переведен уже. Под боссом залейте часового. Будут водить, я надеюсь, ханты, как в прошлый раз, не будут слакать. Перед мордой не стоять. Опять? Нет, ничего. Ничего. Нет. Ну, все, у меня тоже зависит, как в прошлый раз. Уже вроде нормально. Классно было бы на Левиафана там квесты еженедельные. Заходишь в десятку, два человека закрываешь. Иди забирать. Как дыхание визирия, кстати. Ладно, не поднялся случайно? Значит, 275 поднялся как-то.
Над головой надо подумать. И тут дролем, короче, вообще нереально хилить что-то. Типа, Настя, все просто две секунды быстрее, типа, просто чем я. Так у нее там новых костей очень. У меня ГС-то большой, но типа, это ж весь ГС баланса почти. До 17. Пишет за чистый мусор, просто из-за того, что это... Много трешина на этом боссе. Клипса тебе надо этот пояс? Чистые, все, чего вы там стоите, босса наблюдаете? Идите сюда трэш чистить. А как его ролить? А как ролить, да? Ну, слэшеру умеете писать? Слэш... Может, угломбать вас и забрать себе? Слэшерол умеете писать, как ролить? Просто ролл написать, да? Да, слэшерол. Ну, креветочка, креветочка по ИП выше всех. Ну да. Тоже вопрос, мне в САО или еще в Вардрубуч? Это Вардрубуч. Вардрубуч. Я вот думаю насчет турбоежика спекать его, нет? Ну посмотрим, как 5 хилов будет хилить Трай. Не знаю, может как-нибудь распределить, потому что у меня каст... полторы секунды или секунды, у Насти каст секунду. И я просто туда же кастую, грубо говоря. Но сейчас по половине каста уже. Тебе... без бета. Тебе нужно вкачать бого... природу в ветке совы, третья строчка, второе. Так, погоди, а что, Артур кастует разве что-то? Он там хотает. Не знаю, может он там танков пытается хилить. А, ну, насколько я знаю, Артур не кастует. Бессмысленно. Это два шамана и... Ну, покровительство не надо. Покровительство, да. Да, покровительство. Ну, а чем так, же быстро, еще? Быстро этим... Ну, не покровительством, а быстрым омоложение, восстановлением ПКД и все. Омоложение, бенерост, кидаешь лайфблумы и... ПКД, быстрое восстановление, которое без этого, без касса. А покровительством тебе не надо, когда у тебя 3 точных хила есть в рейде. Все, понял. Не, да, да, понял, без проблем. Ну тут на этом, на Игнисе омоложение, буйный рост и все. И стан... Нет, и нет, это погибали. Угу. Я к тому, что ХПС не выходит нифига из-за этого. Ребят, пацаны, вон выпало, короче, в мобе лежит. У Артуля ХП зависит от босса, а не от этого. То есть боссы, на которых он будет не первых всегда, а есть те, на которых он типа чисто поддержка. И для этого. И для таланта, который дает врагу и побольше, и все. Ну, моментов. Тактику не знает. Да все тут были, что ты спрашиваешь. Да, может быть, не знал. Тут все, кто есть, все знают. Не, не все. Ну, шаман там с вами кастовает. Вроде бы. Ну, я знаю, когда он кольцо кидает, нельзя кастовать. Босс. Потом он босс забирает к себе в этот самый... свой горшок, надо это сказать, все архивы. А остальные там крипы бегать будут, что там в лужу озеро водить надо. У меня сейчас два хила с двумя кусками Т8 с десятки полутами.
вообще огонь. Угу. Сокращает восстановление на заклинание быстрее, но на 11 сек вообще классно, видимо. Заходит. Зачем все их лопашить? Сейчас как будто с Т5 пускал огненные иглы. Три раза подряд. Четыре. Боёжик, ну чё, мне хилить или тебе? Ну, я подумаю. Как скажешь, так я и спекнусь. Я не знаю, просто опасно. Ну, ладно, давай попробуем. Рыбу поставили, тупану. Тимыч. Саня, базука, что там, курочка будет? Курочка. Где хантер еще? Если подождете. Ты уже стал зависимым. Так мне надо, чтобы Слава мне промоут дал, чтобы я себя перекинул потом. Тут надо этих големов с разрушением. Тагарпировать сдаешь сокро. Вторая. Кто големов разрушает твой? Ох, ГПЦ АФК? Хантер говорил, что это идет. Оф, танк в ковше. Стопкаст. Заходите в лужу. А что такое? Ну, это залупа. Заходите в лужу, стопайте хил. Боевый пистолет.
Минус кучка. Давай я пробну ДЦ, так будет 2 ДЦ, больше всего. Дайте кто у входа магии за Лоран портал. Спустись ниже. А, какие? Понял. Ну если сдыхают на первом косте, блядь. Конечно, так плохи. Это танк был. Так это танк, который настоял. Подожди, оф танка же взял. Может там моб убил? Не. А, окей. Там и хантер ФК был. Хвостатый хил упал, но я не знаю, из-за чего упало. Хант АФК вообще. Я становлю центром. Как клипса чего получил? Короче, за дрю будешь страдать. За шо? Не, я это. В пати, блядь. Макс, вставай. Арти, ты тотемом с шамановским, с двумя, два тотема, два приста по команду, типа, допустим, твой с хилом, а да, 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 я скажу. Со взрывом. Там а мне будет оставать, не? Нет, ты в шипе будь. Чё там, сумоните? Никакого пинта не поднимается, мне что-то до 285. Второй раз вовремя играю. Блять, у льду сейчас все ебашат, блять, 25-ку. Да, кстати. Ставлю рыбу. Каски есть. Сейчас. Но мне нету. Мне тоже. А теперь есть. Я там молилась, свечки ставила. Сказал каску, а уже была. Да я, блядь, пока написал, уже 6 раз мукнули. А чё, тебе 6 хилов идём? Угу. 7. А, 7, да, поняла. Я хочу живой рейд видеть, а не вайпы, блядь. Под мордой во время каста двух рук не стойте у него. Кто видел, чтобы файл больше эрканал? Этих ДПСил. Ну, бурстил точно. Ну, только тем, кто на сервисе играет. Ну, вот. Ну, если прок пойдет, то все. Хер ты его передоможешь. Ну, у него тоже там прок. Я про пиробласт инсантой. Ну, это крит. Если крита много, то он, короче,
Вот он. Ну, Варфана там только для удачи. Прокни, не прокни, ты тут. Моба в ванне убили. На мне трэш почему-то. Привет, Костя, много крита, тогда забиваем его с корчом. С корчом? Да этому одним кастом моментальным взрывом. Хвостатый читагим на ману, если ты там. Ну что за тварю вы? Хотя бы в МТ не кидает в ковш. А, меня не было слышно, когда Эгин просил, да? Меня зарезистилось полностью этот вот поток миску. Барбалюга, стоп тотем, назрил, прочитай гимн на ману. Маша, залей. Маша, залей, пожалуйста, по хвостатому хилману. Маша, ману нет. Ну, когда я в ковше... ковше был этот самый, он же меня уронил прям в лужу. Он еще и каст сам. Кольцо произнес. Вставай. Встаю, встаю. Не, пинки лицо просто. Моб в ванне. Моба разбивает? Теперь нету его. Вот. Теперь в эту. Если такой есть. Я в ковше. Это снова бег вверх у них. Или его не резали. И есть бар. Тимыч Бигвара. Клан каст побегал.
Моб слева убить надо. Да умер уже. Или нет, умер. Ну ладно, побегай. Да ёбаный в рот, сука. У кого иннер есть, друиды? Тимб еще есть. Дай по воду. Через 15 секунд у меня будет тотем и... гена нет. Ага. Ну, хвостат я не знаю. Себя считает, походу, гена. Есть бар. Визирь за друлем. А Гера когда будет, кстати? Или не да будет? Уже нахуй Гера, уже убили. Окей. Еще немного и передамажит другого. Кто там передамажит, братан? Кто там, а? Да, кольчушка хорошая. А, братан, давай не будем, меня просто уронили и все. No spec. Можно вот эти вот топки? Там на кота. Нет, мишка. Хотя да, мишка нахер не надо. Хотя на кота скорее, чем на мишку. На мишку капы надо. Конечно, да. Во. Топ. Провал. Пошли, что там, собрание. Может, теперь кулагарно попробуем? Да, мне кажется, лучше кулагарно, потому что его все время кидаем. Давай попробуем. Так же остаемся все в хилах. Ну, трэш, пойдемте бить. Сбивайте ремонтникам касты. Вестибюль, если что. Я пока разбила, что больше не могу. Да. Почему остаемся? Потому что там три человека хватает в руку, и если это три хила схватит, то будет лайк. А другого ремонтника бейся? А, ты не против, я тебе что повыше в звании? Он не пока не будет. Повыше. Ну или кто-нибудь другой, я сейчас не могу открыть. Хотя я, скорее всего, в танках приду. Надо, мол, 6. Нормально, нет? Надо договориться с Сокой. И когда ее вообще сдавать, тут таймер разбитый. Там маг уже 80 лет, пока мы тут
с 80-го. Там вы уже. Да, Хантер? В рунах не стойте, кто стоит. О, руны, надо наступить. О, пропало. А потом нам нужно будет горожане наступать. Дай бог, кто-то не наступит. В горожане вообще классно. Там есть босс один, где лут не надо. Вообще тактика не надо, и левел. Шахматы ж. Хочу быстрее в горожан. Мне надоело все это. Ну, перед горожаном нужно фильм посмотреть. Да, во время горожана можно тоже фильмы смотреть. Пятичасовые, блядь. Не-не, эти самые фильмы. Порнуху? Пятичасовые. Которые мир кузни, или как там переводится, Warcraft. Оу. Большого не бан, получилось. Бан, большого, большого бан. Изгнание. Я забанил. Забанил? Тебя забанил? Не кастуйте еще раз бан. Кто-то один кастаните у него, этот, и все. А на нем бан висит, он все равно прыгает. Да пускай он прыгает, похуй. Не очень. Похуй. Там эта руна появилась, сфера, которая дамажит. Ну телепортируйтесь в вестибюль, что я могу сказать. Надо ремонтника добивать, черепок на нем стоит. Вестибюль. Давайте быстрее, а то мы сдохнем здесь. Раз. Два. Да, тебя слышно. Я просто так взял, все замолчали, я думал, у меня дропнул дискорд. Потом. Просто не могу одновременно и хилить 1000 кнопок в секунду и им говорить. Иду. 226-й. А, тут тотем лежит какой-нибудь в крипе, в правом. На покровительство не тотем, идол. Так.
Значит, и ТТ может упасть. Блин, да где он? Я прыгаю вот деревом. Дерево прыгает. Там сзади. А надо тебе? Не-не, у меня есть. Ты, кстати, с каким хилишь? С этим или с другим? На наложение. То же самое. Ну, визири, может, нет? Тебе надо визири? Так это говняный тотем. Только на этот, на этом левел. Ладно, тогда отменю ГП. Нет, он-то говняный, но, типа, на каких-то боссах нужен он. Лучше, чем омоложение. Не, не там босса тебе не надо, не надо без прогрессии природы, лучше, чем омоложение. Короче... Перезахожу. Блять, я вот не знаю. Сапроты надо пить всем. Настя, не бери. Надо. Бери. Это, сколько там? По сапроту раздавай. 25. Вот. Перебью. А кроме того раза его больше не проходили, да? Нет. Ну и что-то мне кажется, третий танк надо. Только через руку здесь можно играть, через вот эту вот, которая хватает. Через правую? Да, все правильно. Получайте сапроты пока. Рыбу ставлю. И пьем сразу сапрот. Настой или что именно? Только настой. Да забодали, дайте я возьму с ГБ. Ты возьми. Ты сказал, что его дай? Дай штук 10 там базуки. Вдвоем раздавайте. Руку по КД бить, когда на респается. Да. Там с руки будет выпадать трэш, 5 мобов. Два ханта, напулите на меня этих мобов. Вот. И все мордозем залейте. Ну, насколько я помню, мы же по этим по мобам АУЕшки давали, не? Милики там с мобами не могут стоять, их убьет. Турбо, это значит, смотри. Ты частицу держи. Блять, я вот не знаю даже как с частицей. Ну нам, блять, чтоб прохил был надо. Просто когда мобы, короче, меня хиль. А частицу держи, ну, на себе, наверное. Настя на танке. Или, короче, держи. Настя на Тагариусе, а Турбо на Килпсе. Вот. И когда будет этот... Мобы выпадают, меня переключайся хилить, а Настя по рейду. Остальные хилы по рейду. Задрулю, ты тоже в эрдру. Короче, я не знаю, 6 хилов у вас. 2 шама, 2 хэпала, эрдру ДС. Тут ключевая роль играет сапрот. Там 5% где-то снижает дамага. И надо будет ауры. Тотем. Тотем и аура. Если... Шаман с тотемом сдохнет, надо, чтобы аура была, чтобы никогда резист не снижался у нас от природы. Так они не стакаются вроде аура с тотемом, не? Ну я к тому, что если сдохнет, надо не проебать момент этот. Ну я скажу, я буду ставить тотем на резист. Еще у тебя 3 лока, это 3 СС, ты можешь по... Ну, на друге раскинуть. Короче, Рика по задрулю, Макшаман по визирии, а кошка по авойду. Тимыч бессмертнее будет. Ну и когда у вас луч кидается, вы там все прожимки, какие у вас есть, там щиток, дубовая кожа, тучка, щиток манговский там. И бегите только не по людям, а к стеночке и обратно. Стеночки до края, вот где камень лежит, там справа-слева, и обратно.
этот Канаме тут? Что он писал там? А, ладно, сейчас пока его уберем. Так, что там? Сколько боссов мы убили? 4? Ну, и тут. Да, 4. Нет, ну вот дупати не хватает. Видно, Ирландо. Так, ставьте шкаус, умоню, Гидыча. Канометом вылетел, нет? Посмотрите. Так, он пока здесь. Он написал, что отойдет отцу помощь. Я видел. Сейчас он пока не вылетит, его не присмотрит. Ну а Гнидыч по тему еще даже. Гнидыч в 10-е. Все, суммуньте. По тему еще СС дашь. Короче, когда просадит рейд вот ударом этой волны, нужно быстро захилиться. Чем быстрее захилиться, тем меньше шансов, что кто-то упадет. Не слышу. Пришел с ума. Алло, меня уже успели кикнуть, да? Да, пока лока взяли. Все, могу вливать, да? Ну, подожди, может кто-то отвалится еще. Да, вряд ли. Да. Побачи меня. Ставлю еще рыбу. О, не один хант, у нас два ханта. Есть еще я хантер. Сапрот выпиваете все? Кто там? Авентер выпил? А вы посмотрите сейчас, что тут у нас есть. У нас интеллект есть и интеллект скверни. Рика. Хвостатый пей, сапрот. Нидыч, кошка. Макшаман. Валанда. Вента. Может поставим дугами, типа, на босса? Где нет? Сапрот. Чтобы в центр можно было уносить. Сапроты выпейте и носите в край. Так, а мне еще не дали сапрот дать сапрота. Настя, ты раздавала с базукой? Ну, пусть подходит, я же не буду каждому подходить. Сапроты у Насти и у базуки. Звездочка и кружок. У кого нету, быстренько обмен дали. Я здесь. Варлай. Вы где, когда кто-то что-то в Дисе говорит, вы где вообще находитесь? Все. А как тут Бармалёга на коне? Именно на коне. Скорость повышена на 100%. На вас смотрели сюда просто отмерение. Что мы делаем? Ждем? Сапрут и Зарик. Зарик выпил. Статы хил. Кто там еще? Потим бы еще.
Значит, Тагариус первый, с клипсой на боссе, меняетесь на двух стаках. Даю отчет. И руку сразу играем. Треугольник поставил, ее убиваем. Вот это надо прохилить сразу на фулл хп. Чем быстрее, тем лучше. Все, и так весь бой. Хватка. Да, хильте тех, кто в хватке. У меня висит, я не знаю, что проблема. Плохо. Кто? О, Артефекса. Хуёво. Танка делал, вот. Ничего, он сейчас освободит. Бам. Это лучший хват. Нет тут. Арт, ты развис, нет? Ну, у меня пинг 2200. С пула поделся, не знаю почему. На пулю. Паладины под ролями, если не сложно баф. На УЕ даем. Под облом. Я гниды еще не вижу, а ты нормально? То же самое. Гнидыч, подойди куда-нибудь в середину. В пузо прыгаете тогда. Все, вайпаемся? Ну конечно. Спрыгиваем. Ну тайминг я душу, если честно. Два раза. Камни сраные, потом сразу же глаза в меня. Два раза тупо. Там против бы меня... Гнидыч там взял. Если бы меня пепки поднялся до двухка. Да, с гнидычем, кстати, что непонятно было, его хилить нельзя было. Первое, второе, предлагаю все-таки поставить рейд, типа, двумя такими дугами, чтобы посредине было место на побегать от лучей.